Какой будет погода в европейской части России в предстоящие выходные, узнаем у нашего дежурного синоптика. Лариса Дрожжина выходит в прямой эфир вечерних новостей. Сегодня, Лариса, ну вот мы и дождались середины календарной зимы, но осталось еще столько же. Порадуйте нас. Добрый вечер, Дмитрий. В центре страны погода никак не обретет стабильность. Сейчас вновь мороз. Но это ненадолго. Уже завтра днем активный средиземноморский циклон подойдет к южным границам центрального региона и станет причиной сильных снегопадов и метелей в Смоленской, Брянской, Орловской и Курской областях. А в Белгородской снег местами даже может переходить в дождь. В воскресенье центр циклона окажется недалеко от Москвы. Непогода захватит уже все центральные области. К снегу и метели добавится гололед. На дорогах образуются снежные заносы. При этом температура будет повышаться. В субботу ночью до 18 мороза, днем уже минус 5. 10. В воскресенье еще на пару градусов теплее, а в центральном Черноземье и вовсе оттепель до плюс 2 градусов. Ну, то есть оттепель в середине января возможно. Как долго так не очень зимняя погода продержится? Дмитрий, оттепель будет недолгой, уже с понедельника начнется похолодание, а снегопады ослабеют. В Поволжье в субботу погода будет довольно спокойной, небольшой снег пройдет лишь местами. Ночью до 20 мороза, днем минус 5-10. В воскресенье снег усилится, ожидаются метели и порывистый юго-восточный ветер. На дорогах вновь снежные заносы и гололедица. Сложной будет погода в южных регионах нашей страны. Дождь и снег, местами туман. В Волгоградской области налипание мокрого снега, в Калмыкии ветер до 22 метров в секунду. В горах Северного Кавказа лавина опасна. Температура выше нормы. Завтра днем от минус 4 до плюс 1 градуса. В воскресенье до 7 тепла, а на Черноморском побережье до плюс 16. Тепло в выходные будет и в Крыму. Ночью 1,6 выше 0, днем до плюс 15. Но погода будет носить неустойчивый характер. Днем в субботу и ночью в воскресенье местами ожидаются очень сильные дожди. А это значит, что может выпасть до 50 миллиметров осадков. Усилится и ветер. А в чем причина такой вот неустойчивой погоды? Ну, в этом виноват все тот же средиземноморский циклон, а в понедельник на полуостров выйдет еще один южный циклон. Дожди продолжатся, к вечеру они будут переходить в снег, температура понизится до минус 2 градусов, а во вторник будет уже до 6 мороза. В Санкт-Петербурге предстоящие выходные будут морозными. Термометры покажут ночью минус 17-20 градусов, днем около минус 15. Без снега не обойдется, и наиболее вероятен он в воскресенье. Вот прошлые выходные москвичам запомнится надолго. В столице было холодно, потом резко теплело. Что в этот раз? Ждать каких-то сюрпризов таких? Да, в Москве без сюрпризов не обойдется. Ближайшей ночью без осадков температура понизится до минус 16 градусов. Завтра в течение дня она будет повышаться, к вечеру уже минус 7, минус 9. Во второй половине дня начнется снег. В ночь на воскресенье он будет сильным. Ожидаются метели при ветре до 17 метров в секунду. Температура продолжит повышаться. Днем уже минус 3, минус 5. Но, правда, снег уже ослабеет, а ветер стихнет. Спасибо, Лариса Дрожжина, с прогнозом погоды на предстоящие выходные.